Ярцева ворога пора. До места назначения Ярцево 237 километров у нас. Вот по такой дороге. Жестковато, конечно. 20 марта. Не хотелось бы уже такого зимнего экстрима, но придется испытать его на себе. 37 километров по зимнику. Я еще ни разу не ездил. И заметьте, без лодок. Хочу где-нибудь квадрокоптер здесь запустить зимний Енисей снять. Еду один, поэтому и рулить надо, и снимать надо. Так 20 марта выглядит Енисей в Енисейском районе. Здесь я уже отъехал, наверное, километров, наверное, 80. По такой дороге уже, наверное, километров, наверное, 30. Почти 30-ка, наверное, да? На таких поворотах надо аккуратнее. Мой друг Алексей мне сказал, Алексей, даже нет, Леня, на поворотах будь осторожен. Лучше ехать по темноткам, чтобы свет было видно. Но у меня выбор. Да, точнее, до ночи я не могу, я и так уже устал ехать по Баканову. Поэтому поехал, когда вечереет, чтобы основной путь тоже застать где-то по темноткам или что-то. И ехать со светом так безопаснее. А что это? Дорога жизни сейчас на данный момент для северян. Для счастливых людей. Для счастливых людей это сейчас дорога жизни. Можно не запариваться, чтобы там на пароме что-то отправлять или тому подобное, какой-то стройматериал. И все что угодно. Даже тот же комбикорм для свиней. Сейчас на машине проще провести опыт. И вот она родная. Смотри, у нас что впереди. Вот такая штуковина.
Они это... Пропустят, они пропустят. Они пропустят. Пропустят. Попался первый счастливый человек. Впереди грейдера, обгоним их. Ух ты, я забыл спросить, это дорога на Ярцево или нет? Там развилка была без опознавательных знаков. Ну, по идее, вдоль берега, конечно, это до Ярцево, я правильно ехал. Дорога чистится. Прикольно. Это, конечно, хорошо, что они впереди едут. Вот так. Разгоняют все машины. Это же медленно. 200 километров мне еще осталось. Мы так же будем ехать. А этот обещал, что пропустит. Грейдер успешно меня пропустил. Так, УАЗик. Бородатый дядька. И, кстати, бородачи частенько будут попадаться. 50 на 50. Здесь их называют кержаки, староверы, целые деревни большие. Кстати, будем проезжать, мы, скорее всего, Фомка. Фомка деревня такая, рядом с Сурникой, с речкой. Ну, куда я поеду? Куда я еду, куда я стремлюсь? Я на этой речке был осенью, был в августе, был в начале июня, был в июле, был, а в марте еще ни разу не был. Попробуем, может, Хариуза там всегда было много. Посмотрим на зимнюю рыбалку. Ни разу, кстати, на корзинную рыбалку не ездил. Уже территория счастливых людей.